вот собрала сегодня партулак. Буду жарить его с яйцами. С партулаком разные блюда готовим. Мы его жарим с яйцами, с рисом жарим. Очень вкусный суп получается с него. Маринуем, солим. И также вот в свежем виде сок можно выжимать и пить вот по утрам в свежем виде сок. Очень полезно и очень хорошо выводит из кишечника глисты. Если у ребенка какие-то проблемы есть, вот можно выводить глисты вот с этим соком. По утрам 2 недели нужно принимать. Вот собрала. Если хорошо поливается, вот растение такая стебли, такие вот жирные бывают. Сочные прямо. Еще с него вот в составе вот партулака очень много имеется вот полезные витамины, микроэлементы, омега-3, омега-6 и также вот полезные жирные кислоты в составе партулака больше имеется, чем у рыбы. Поэтому вот этот растение вот лучше другой раз покушать в свежем виде, как мы еще его кушаем. Вот я беру его, мелко-мелко нарезаю, в емкость сложу и добавляю туда кефир. Перемешиваю, и она настаивается где-то 1 час. Потом вот можно покушать. Получается очень вкусно и полезно вот в таком виде кушать. Очень хорошо вот очищает кишечник. Многие люди не знают, думают, что это сорняк. Вот даже вот где-то растет, они как сорняк считают и его вот вырывают, выкидывают. А так растение очень полезное. И разные блюда можно с него приготовить. И вкусно вот. Такие блюда вкусно получаются. Даже пироги делаем. Вместо начинки вот можно вот партулака нарезать, добавить. Тоже очень вкусно получается. И также вот можно брать вот так, посолить чуть-чуть. И помять вот между руками хорошенько. И можно вот таким образом перемать. Получается тоже очень вкусно и полезно. Так что растения очень полезные и вкусные. Все, желаю вам всем здоровья, удачи и всего вам доброго.